черемуха. Пронус падус, падус рецимоза. Ага, черемуха. Созревает в июле-августе. Плоды сушить и заваривать от всех болезней желудка. Борис. Вадим Сергеевич, укрылись бы. Что так? Да не район час, клещей бы не натрясти. А, разумно. А это? Вроде чистотел. Правильно, чистотел. Большой хеледониум майюс. Осенью надо копать. Отвар из корневищ, от желтухи, от подагры. Вы, Владимир Сергеевич, вроде как знахарка. Все травы знаете. Все, конечно, не знаю. Мы, русские, ленивые и нелюбопытные. И это правда. Ага. Я 2 года любопытствовал, кое-что могу. А знахарство, Федот, это не наука, это... А что это я вдруг решил распинаться перед своим лакеем? Нравится, когда тебе в рот смотрят. Так ведь он к этому с детства приучен. Савелий. Ишь, блудит. Ни креста, ни сраму. Федот Ермолай, поймать мерзавца, но не убивать. Таким. Вот он, а мы хотели, а он... Вот. Барин Владимир Сергеевич, здрасте! Как спалось в родном именнице? И день вам Бог послал. А? Это... Иди, не работай. Бесстыдница. Вот люди, глаз да глаз. Мы тут, барин, Владимир Сергеевич, как и договаривались, можете проверять. Сенокос, заканчиваем. А знаешь ли ты, скот, что в других странах тебя бы за это кастрировали? Выхолостили! Барин! Владимир Сергеевич, барин! Помилуйте! Нечистый попутал. Истинный крест! Голову напекло и вдарило. Барин,
Барин, она вместо того, чтобы уважить, в крик. Но нет никакого почета, никакого уважения. Да мы за вашу милость, барин, да мы головы не пожалеем. Да мы свои жизни... Ты зачем бежал? Так сестра ведь, барин. А вы зачем? Так солдат отдаст. Кто отдаст? Неизвестно кто. Кого хочет, того и губит. Мой оброк повысит. Продуху не даю. Да-да. И властями стращает, и вашим именем, батюшка. И сказать ничего не моги. С исправником водку жрет. А оба, да дева как хочешь. Эй, батюшка, все вру. Я вру. Истинный крест, правда, да. Барин. Истинный крест. Барин, сам же ведь. Владимир Сергеевич. Конечно. Люди. Мужики избить как следует не могут. А песни разни, о Пугачеве поют. Солдаты отдаст. Вот он, здравый смысл. С девицей у него что, впервой? Да какой там, маханик. Пол деревни перепортил. Врут, врут, батюшка Владимир Сергеевич. Да вот какой, истинный крест. Каков... Любят сильную руку. Ох, любят. Передай всем, что Савелия я сам буду судить. Барин! Молчи. Чтоб завтра утром собрались все на сход. Я сам все жалобы на него разберу и судьбу его решу. Барин, государь, благодетель, государь наш, Владимир Сергеевич. Полно, полно. Господь нас не забудет и не оставит в беде. А его стеречь, чтоб никого не стращал и не сбежал часом. Стеречь? Стеречь. Барин, Владимир Сергеевич. Я сказал стеречь. Ну так барин. Стеречь. Стеречь. Не убивать, не калечить, не бить. До моей воли. До вашей воли, барин. Да. Вот не вмешайся я, что было бы? Насилие. Грубое скотское насилие. А в ответ что? Месть. Убили бы друг друга. Или дом подожгли. Надо же, легендарное терпение и такая злоба. Его, батюшка, два раза жгли. И что? А ничего. Пришлось ему семером два дома поставить. Еще лучше. Заставил. А что делать? А теперь не жгут. Да. Это я хорошо сделал, что за девку вступился. А девица хороша. У этого шельмы старосты губа не дура. Что же мне с ним, разбойником, делать? Да, хороша девица. Ха, у этого Савелия губа не дура. Ну, родные! Влад Сергеевич, а мне как доложили, я даже не поверил. Вы меня застали с моим неизменным приятелем Иваном Ильичем Бодряком, который, скажу мимоходом, совершенно очарован вашей... Иван, голубчик, не затрудняйтесь. Клавдия, приберите. И кликните барышень. Гость, мол, пожаловал. Мои пошли в сад прогуляться. Да зачем же беспокоить? Спасибо. Какое же беспокойство, Владимир Сергеевич, помилосердствуйте. Иван Ильич, распорядитесь, голубчик, насчет завтрака. Да-да. А вы какую водку предпочитать извольте? Я до обеда ничего не пью. Помилуйте, как это можно? Впрочем, как вам будет угодно, вы гость. Вам гостю воля, гостю честь. Здесь у нас по простоте. Здесь у нас, осмелюсь так выразиться, не то что захолустье, затишье, право, затишье. Уединенный уголок, вот что. Вам, очевидно, небезызвестно, что я вдовец. Да. Старшие детки в казенных заведениях, а со мной двое младшеньких.
Да свояченица живет, Женина сестра. Да вы их сейчас увидите. А в шашки играть любите? Да нет, я во все игры плохо играю. И с вашей стороны это прекрасно. Но шашки это не игра, а так, забава, препровождение праздного времени. Не так ли, Иван Ильич? А? Да, шашки ничего. Вот говорят, шахматы совсем другое. Говорят, шахматы притрудная игра. Но я так думаю, что... Вот, вот, вот. И мои пожалования. Вот, рекомендую. Мои детки. Вот это зовут Катис. А это Настя. А это свояченица моя, Марья Павловна, о которой я имел удовольствие вам говорить. Прошу любить и жаловать. Бегите. А это сосед наш новый, Владимир Сергеевич Астафов. Вернее, соседствует он с нами давно, однако владение его основное в другой губернии, а побывать ему в Сасове, смею предположить, возможности не выпадало. Однако, видишь, сразу отдает нам визит. Туалет немного привести в порядок, без этого нельзя. Вот прошу наша Ипатова. А что вы делали в саду, Маш? Резали сухие сучья и копали гряды. Устали? Дети устали, я нет. Вы любите цветы? Люблю. И садоводство любите? Да. Увлекательное дело. Но труд немалый и познание требует. Один из моих соседей, не здесь, а там, где я проживаю, завел прекрасный сад. Просто чудесный. Главный садовник, между прочим, немец, одного жалования получает 2000 рублей серебром. А как зовут этого садовника? Я не помню. Кажется, Майер или Миллер. А вам на что? Да так. Фамилию узнать. Егор Капитонович приехал. Здравствуйте. Здравствуйте, почтеннейший Егор Капитонович. Давненько, давненько. Разрешите представить. Егор Капитонович, а это сосед наш новый Астахов Владимир Сергеевич. Вернее, соседствует он с нами давно, однако владение его основное в другой губернии, а побывать ему в Сасово, смею предположить, никакой возможности не выпадало. Очень, очень рад. Ах вы, мои радости. Настенька... Катенька, как они выросли. Давненько, давненько. Да ведь вы знаете, Михаил Николаевич, свободный ли я человек? О чем же вы не свободный Да человек? Как же, Михаил Николаевич, семейство, дела, а тут еще Матрена Марковна. А что, Матрена Марковна? Да и известно, все мной недовольно, будто вы не знаете. Что не скажу, все не так, не деликатно, не прилично, а что неприлично, один Господь Бог ведает. Да. И дочки мои, девочки, тоже матери подражают, понимаете ли. Нет-нет, Матрёна Марковна прекраснейшая женщина, только вот очень строга насчет манер. А чем же ваши манеры дурны, Егор Капитонович, помилуйте. Да я сам тоже думаю, мудрено как-то ей услужить. Вот вчера, например, за столом говорю, и Матрёна Марковна, даже нет-нет-нет, что же это говорю, Матрёна Марковна, как Алдошка наш за лошадьми не следит. Воронова-то жеребца совсем закачала. Матрёна Марковна как вспыхнет. И выражаться, говорит, ты совершенно прилично не можешь в дамском обществе. Барышни тотчас повскакали, и на другой день Берилёвским барышням, Жениным племянницам, все уже известно. А что я такого дурного сказал, посудите сами. Ну, если другой раз, может, что-нибудь и не так выразишь, точно с кем это не бывает, особенно у себя дома. Так на другой день Берилёвским барышням все уже известно. Все известно. Просто и не знаю, как быть. Любезный.
Забавно, не так ли? Что это? У Веры Петровны дворовых порют. Хороша. Спокойно, как богиня. Вот ведь не знаешь, где встретишь. А может, это судьба? Ведь жениться уже пора, дорогой Вальдемар. 27 лет. Ни дурак, ни урод. 600 душ имения. Я вот, может, вы знаете, когда задумываюсь, дышу тяжело. Вот так не заметишь. А Матрёна Марковна тут же меня стыдить начинает. Не сопи, говорит. Кто, говорит, нынче сопит? Что ж ты, говорю, бронишься, Матрёна Марковна? Соболезновать надо, а ты бронишься. Ага. Уж я дом больше не думаю, а все больше вот так, знаете, вниз гляжу и не думаю. Где уж тут о выезде говорить, Михаил Николаевич? Да, это для меня удивительно. То, что вы изволите говорить, этого я не ожидал от Матрёны Марковны. Нет, 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 Матрёна Марковна превосходнейшая женщина, прекрасная супруга и мать, только вот очень строга насчет манер. Наш барин полсвета объездил. Все науки знает, образованный. С любым немцем говорить может. И с французом. Бьет? Может, но не употребляет. У него для нашего брата другое средство. Научное. А наша барыня по старинке. Порит. Но от чистого сердца. Дай бог ей здоровья. Без всяких немецких средств. По-русски, от души. Не, наш не таков. Нынче сасовского староста, ох, хуже, чем выпрал. Не приведи Господь. Рыба в пруду водится? Ну, а как же. Пруд-то проточный. Вода чистая, не цветет. Холодная вода. Ключи. А на дне прям ледяная. За прошлом годе мужик один вздумал утопнуть. Так и зябли пока выловили. Правда, осенью было. Эй, сасовские! Обедать пошли! Пошли! Пошли, пошли, пока зовут. Надежда Алексеевна едет. Какой приятный сюрприз. Одна? Одна. Видно, Петра Алексеевича что-то задержала. А вот и я. Милости прошу, как неожиданно, как мило. Позвольте поцеловать вашу руку. Извольте, только снимите перчатку сами, я не могу. Маша, вообрази, брат не будет сегодня. Я и так вижу, что его нет. Он велел передать, что занят. Ты не сердись. О, Егор Капитонович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван Ильич. А что, Матрёна Марковна в такую погоду сердится? Матрёна Марковна не сердится ни на какую погоду, она только строга насчет. А бирюлёвские барышни уже все знают. Не сердитесь, Егор Капитонович. Михаил Николаевич, пойдите сюда. Спасибо. А кто это новое лицо? Это сосед наш, Астахов Владимир Сергеевич. Знаете, еще Сасова. Угу. Сейчас я вас с ним познакомлю. Хорошо. Может, дай мне, пожалуйста, булавку шлейф приколоть? Ох, я так устала. Позвольте, Надежда Алексеевна, представить вам господина Астахова, о котором вы, вероятно, много слышали. Соседствует он с нами давно, однако основное его владение в соседней губернии, из дальних странствий вратясь, сразу же отдает нам визит. А вы глубоко в бою женитесь? Все депо, мадемуазель. Бремя путешествий, дымка и воспоминания об отечестве. Не дают насладиться этой дымкой. Вы это так. Мы русские медведи и привязаны к своей обители. Надежда Алексеевна Веретьева, наша соседка, живет здесь со своим братом Петром Алексеевичем Веретьевым, отставным гвардии-поручиком. Целый формулярный список. Вы надолго в наши края? Предполагаю, завтра же уехать. Куда? Домой. Домой? Зачем, смею вас спросить? Помилуйте, у меня дома дела, не терпящие отлагательств. Вы что, разве такой аккуратный человек? Я стараюсь быть аккуратным человеком. В наше положительное время всякий порядочный человек должен быть положительным и аккуратным. Да, это совершенно справедливо. Не так ли, Иван Ильич? А? Да, да, да. Да, это... так. Жаль.
А у нас как раз не хватает героев-любовников. Вы ведь умеете играть комедии? Я никогда не испытывал сил своих на этом поприще. Да, мне кажется, у вас очень хорошо бы получилось. У вас осанка такая важная. А для нынешних героев-любовников это, по-моему, необходимо. Мы, видите ли, здесь с братом собираемся театр открыть. И не только драмы, но и комедии, и трагедии собираемся играть. Посмотрите на Машу. Чем не Клеопатра или не Федора? Ты все шалишь, Надя. Разве я не правду говорю? Ну, извини. А жаль, есть тут у нас один герой-любовник, но уж очень плохо. А кто это, если не секрет? Бодряков, поэт. Да-да, Иван Ильич. Иван Ильич. А где поэту быть героем-любовником? Во-первых, он одевается, что ужас как. Во-вторых, эпиграммы пишет. И каждая женщина, даже меня, сторонится. Скажите, мсье Астахов, все поэты таковы? Я ни одного из них не знал лично. Да и, признаться, никогда не искал их знакомств. Да, ведь вы же положительный человек. Придется взять Бодрякова, ничего не поделаешь. Он хоть роль наизусть выучит. Конечно, у вас все получится. Главное, не беспокойтесь. А Маша у нас, кроме трагических ролей, будет исполнять должность Примадонны. Вы, мсье Астахов, слыхали, как она поет? Нет, я и не знал. Что с тобой сегодня, Надя? Маша, я тебя очень прошу, спой, пожалуйста. Ну, Машенька, ты же знаешь, что я все равно от тебя не отстану. Я бы сама спела, но она же знает, как я пою. Маша, я тебе очень славно буду аккомпанировать. От тебя не отдел. Ты как избалованное дитя, привыкла исполнять все свои прихоти. Извольте, я буду петь. Браво, браво, господа! Пожалуйста, в гостиную. Ну, а что касается до прихоти, это тебе запомнить. Можно ли выставлять мои слабости при незнакомых людях? Егор Капитонович, Матрёна Марковна вас так стыдит при чужих? Матрёна Марковна очень почтенная женщина. Вот только насчет манер строга. Цвите терен, цвите терен, листья опадают. Кто с любовью не знается, то горя не знает. А я сейчас, братец. Вы знаете, я даже не ожидал. А то ли еще будет. Эх, Маша, потешу я твою хохладскую душу. Давай-ка гомин-гомин по дуброве, а? Да, если бы вы были так добры. Извините,
Я сегодня больше петь не буду. Жаль. Какой голос замечательный у Марьи Павловны. Да. И с каким чувством она поет. А вы любите музыку? Да, очень. Удивительно. Такой ученый человек и любите музыку. Да почему же вы решили, что я ученый Простите, человек? Простите, я забыла, вы очень положительный человек. А вот и бабушка Вера Петровна едет. Доброго вечера желаю вам, матушка. Как вы себя чувствуете? Приехала посмотреть на вас. Видишь, какой ласковый вечер. День-то все спала. А вот теперь ноги заломили. Ох уж эти мне ноги не служат, а болят. Позвольте представить вам, матушка, нашего соседа, господина Астахова Владимира Сергеевича. Очень рада, очень рада. Прошу полюбить моего сынка. Он человек хороший. Воспитание я ему дала, какое могла, женское. Ну, малодушие в нем еще есть. Но Бог даст. Постепенится. Пора бы. Пора. Пора сдать ему дело. А где это Маша? Маша пошла к себе переодеться, бабушка. А кто это там в углу? Это Иван Ильич и Егор Капитонович. Да, это я, матушка Вера Петровна. А, это Матрёна Марковны муж. Да, бабушка. Ну, хорошо. Да что это, Миша, я никак нашего старосты не добьюсь. Вели ему прийти завтра пораньше. У меня к нему дела много будет. У вас без меня, я вижу, тут все не так. Ой, довольно устала я. Везите меня. Прошу прощения, батюшка. Вот имя, отчество не помню. Извините, старуху. Мои птички прилетели. Ну, не провожайте меня, не провожайте, не надо. Ах, вам все бегать. Сидите, уроки твердите. Ладно. Наступайте. Сколько лет вашей матушке? Всего 73-й год пошел. Да вот уже 26 лет, как у нее ноги отнялись. После кончины покойного батюшки. А была красавицей. Пора мне домой ехать, Михаил Николаевич. Велите оседлать лошадей. Угу. Мне тоже пора. Да куда же вы оставайтесь? Надежде Алексеевне всего 2 версты, а вам целых 12. Да и вы, Надежда Алексеевна, куда спешите? Подождите месяц, он теперь скоро взойдет, светлее ехать будет. Пожалуй. Я давно не ездила при луне. Так вы ночуете? Я, правда, не знаю, если я вас не стесняюсь. Я сейчас велю вам комнату приготовить. Ведь хорошо ехать верхом при луне. Особенно по лесу, между кустами орешника, и жутко, и приятно. И такая странная игра света и тени. И мне всегда кажется, что кто-то за мной крадется. И вот еще. Знаете, в
темную-темную тихую ночь сядешь около леса, и мне кажется, что сзади, около самого уха, кто-то горячо-горячо о чем-то шепчет. Это кровь стучит. Вы очень поэтически описываете. Вы полагаете? В таком случае Маше мои описания не понравились. Почему? Разве Марья Павловна не любит поэзии? Представьте, нет, она считает, что все это сочинено, неправда. А вот этого как раз она и не любит. Сочинено? Ну, она что же иначе тогда, сочинитель? А вы ведь тоже не должны любить поэзию. Скакать при луне и сидеть возле темного леса? Нет, не любитель. Но какая романтическая девушка. И к тому же умна, хороша собой. Отличное воспитание. Позвольте спросить, вы зиму где намерены провести? Может быть, здесь, а может быть, в Петербурге. Но мне кажется, в Петербурге я соскучусь. В Петербурге-то? Помилуйте, как это возможно? Нет... Столица есть столица. И интереснее гораздо, и не намного дороже, что вы, что вы. В таком случае я эту зиму проведу в Петербурге. Я думаю, что вы не будете раскаиваться. А я никогда ни в чем не раскаиваюсь, не стоит труда. Сделал глупость, постарайся скорее забыть ее, вот и все. И много вы их уже сделали, простите, за дерзкое любопытство. Да нет. У меня еще все впереди. Однако мне пора. Луна взошла. Шус Иван Ильич. А вы что, Марья Павловна, в самом деле не любите стихов? А она не только стихов, но и сахару не любит. И вообще ничего сладкого терпеть не может. Но есть стихи вовсе не сладкие. Например? Есть. Анчар Пушкина, например, знаете? Не помню. Сейчас напомню. Да что вспоминать-то? Тоже, небось, охи да вздохи. Стихи они и есть стихи. Да погодите. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленный, Анчар, как... Грозный часовой стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила. И зелень мертвую ветвей и корни ядом напоила. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный. Если туча оросит, блуждая лист его горючий, с его ветвей уж и ядовит, стекает дождь, песок горючий. Но человека человек послал к Анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу да ветвь с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке. И умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы,
и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Владимир Сергеевич, а что это вы там вроде как молитву сотворили? Какая молитва, господа? Что ты думаешь об этих стихах, Иван Ильич? Иван Ильич. Пожалуйста, запишите это для меня. С большим удовольствием, извольте. Я, собственно, прочел их для того, чтобы мысль подтвердить, что не все стихи бывают сладкими. А он погиб, этот человек? Какой? Который написал эти стихи. Пушкин? Да, дрался на дуэли, был ранен, к несчастью, смертельно. Я так и подумала. Судьба. Вот это, Владимир Сергеевич. Постель приготовлена. Ежели что, я вон там со своими обитаю. Слуга ваш. Маша, ты уже спать? Нет, я спать еще не хочу. Доброй ночи. Спокойной ночи, любезнейший Михаил Николаевич. И вам того же, Владимир Сергеевич. Приятных сновидений. Да, удалой гусар из тебя, Вальдемар, вряд ли бы вышел. Свечку перед своей грудью. Держи так, чтобы я лицо твое мог видеть. Состарил ты меня. Состарил. Бессовестный ты человек. Состарил совершенно. Господи, да чем, помилуйте, состарил я вас, Егорка Питонович? Чем? Я скажу, чем. Сколько раз я тебе говорил. Митька, говорил я тебе, ну, когда ты со мной куда в гости поедешь, всегда забирай по две штуки каждого платья. Особенно, держи свечку перед грудью. Особенно нижнего. А сегодня что ты со мной сделал? Что-с? Что-с? Завтрашний день что я надену? Да то же, что и сегодня. Состарил ты. Состарил злодей. Я уж сегодня не знал, куда в жары ехать. Держи свечку перед грудью. Держи, говорят тебе. Да не спи, когда с тобой барин беседует. Привет. Привет.
Надо же, как подействовал Пушкин. Слушала как? Он погиб, этот человек. Я так и думала. А пение любит цветы. Молчит и смотрит. Смотрит и молчит. Наша, барин, тяжелая, мужицкая. Кто без греха? Виноват. Но зато оброк их благородию управляющему исправно присылали. А к рукам своим сколько прилипло? Управляющим вместе воровали! Ваш батюшка жаловали меня. Служил ему верой и правдой потому в срок, исправно. До управляющего очередь дойдет. Мой батюшка и господин ваш заботился о вас и завещал мне. Но своеволие и корысть приказал наказывать. Как ты мог оскорбить имя своего господина? Как ты мог воспользоваться доверием его и благосклонностью? Как ты мог забыть имя Господа нашего? Забыть, что мы все его дети? Своим беззаконием и самоуправством чинил зло и вызывал смуту. За все содеянное тобой будешь держать особый ответ. В Сасове тебе не жить. Батюшка, Владимир Сергеевич, я же для вашей милости, для вас старался. Как же так? Помилуйте. Не помилую. За злоупотребление доверием нашим будешь выселен. Все, что вымогал обманом и насилием, будет роздано из твоего имущества обществу, нуждающимся и страждущим. Строг, строг, но справедливый. Настоящий барин, настоящий! Ну, послышал нашу молитву? Дай Бог ему здоровья! Есть Бог! Немедля будет утвержден новый староста. Все вы друг друга знаете, так что рядиться тут нечего. Я вам предлагаю Артема Иванова. А там уж решайте, как знаете. Благодарствуйте. Тоже рука тяжелая. Присосется, не оттащишь. Ты это... Че? Как общество решит. Кто не хочет, чтобы Артем у вас был старостой, поднимите руки, чтобы все видели, кто против него. Нет села без праведника. Узнать, кто таков. Уважают тебя мужики, Артем Иванов. Слушайте старосту, а за вас он передо мной ответчик. Живите в мире и порядке. Помните имя Господа нашего, и он нас не оставит.
Народ у нас хороший, не испорченный. Но надо с ним ласково не забывать, что и они тоже. Но и распускать, упаси Господи. Купить машины, выписать семена, приучить работать. И порядок, порядок прежде всего. Много разговоров. России нужны деловые люди. Хор наш поет припев любимый, песни полились рекой. К нам приехал наш любимый Владимир Сергеевич дорогой. А мы, Владимир Сергеевич, по-деревенски песни поем. Вот, познакомьтесь, Петр Алексеевич Веретьев, про которого вы много слышали, наш запевал, да еще какой. Наш сосед Астахов Владимир Сергеевич. Вы только извольте послушать. Очень приятно. Не угодно ли присоединиться к хору? Душевно рад. Голоса не имею. Не беда, у нас все поют. Смотрите, Егор Капитонович, и тот поет. Ну, полностью, полностью. Я пою уж, на что не певица, и то пою. А вы только подтягивайте. Ну, братец, начинай. Какую бы теперь? Теперь очередь за вами, Маша. Нет, пойте вы. А вот есть песня. Да-да. Вниз по матушке по Волге. Нет, это мы к концу приберегаем. Солнце на закате, время на утрате. Сели девки на лужок, где муравка и цветок, где мы с вечера резвились, в хороводе веселились, во приятной тишине под березками одни. Ваш тоже петь любит? Любит, любит. Ты пошел бы, господских лошадей накормил. Так иди. Ишь ты. Ладно. Дождь будет? Будет. Ой, плохо. Сено попортить может. Потом суши. Да. Пойду-ка я окна закрою, пока сквозняком не побило. День новый, 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 день новый
правильно. Матрёна Марковна тоже всегда приказывает во время грозы запереть. Электричество способнее действует в пустом промежутке. Что? И о чем вы тут беседуете? Мы? А мы все в Петербурге. Владимир Сергеевич никак не нарадуется. Город хороший, а по-моему, везде хорошо, ей-богу. Было бы 2-3 женщины, да простите за откровенность, вино, и человеку право ничего не остается желать. Это меня удивляет. Неужели же вы в самом деле такого мнения, что для образованного человека не существует? Точно, точно. Может быть, не стану спорить. Я с вами согласен. Но ведь это не по моей части. Я не философ. Да я не философ. И нисколько не желаю быть им. Здесь речь идет совсем о другом. Петруша, душка, покажи лучше Егор Капитоновича, сделай милость. Конечно. Матрёна Марковна, дама строгая насчет манер, но зато супруга примерная. Что бы я ни сказал... Бирилёвские барышни уже все знают. Все давно известно. У вас, я вижу, большой талант к подражанию. Да, он всех умеет передразнить, если захочет. А меня бы, например, вы сумели представить? И вас, разумеется. Сделайте одолжение. Представьте меня. Я прошу, без церемоний. А вы ей поверили? Вы, пожалуйста, ей не верьте. А она вам еще не такое про меня наскажет. Браво. Если бы вы знали, какой у нас актер... Он на все роли играет. И режиссер, и суфлер, и вообще все, что хотите. Жаль, что вы так скоро от нас уезжаете. Сестра, твое пристрастие тебя ослепляет. Что тебе подумает господин Астахов? Он сочтет тебя за провинциалку. Помилуйте. Петруша, покажи пьяного. Или нет, лучше как муха в кулаке жужжит. Ты совершенное дитя. И охота вам из себя шута делать. Сказала брату. Ничего. Не может быть. Зачем? Да-да. Ну да. Как хорошо в саду? Да, кстати, позвольте спросить, Марья Павловна, вас ли я видел вчера в саду ночью? Вы еще, сколько я мог расслышать, декламировали «Анчар» Пушкина. Точно, это была я. Только я ничего не декламировала. Я никогда не декламирую. Может, мне показалось, однако... Вам показалось. А что это, Анчар? Стихи пушкинские. На почве чахлой скупой. Будто вы не помните. Не помню. Анчар, это что, ядовитое дерево такое? Да. А, это, наверное, как датура. Помнишь, Маша? Как хороши были датуры у нас на балконе. С такими белыми длинными цветами. А запах у них вкрадчивый и коварный. Коварный запах? Да, коварный. А чему вы удивляетесь? Вы знаете, он привлекает, а опасен. А почему злое привлекает? Ведь злое не должно быть красивым. Да. Какие умозаключения.
Куда мы удалились от стихов? Я эти стихи вчера прочел Марье Павловне, и они ей чрезвычайно понравились. Да. Чуть не забыл, Владимир Сергеевич. Извините, господа. Владимир Сергеевич, мне поручил наш местный помещик, прекраснейший, почтеннейший человек, Акилин, Гаврила Степанович, просить вас, не окажете ли вы ему честь, пойдете ли вы к нему на бал? Ну, бал это так, говорю, для красного словца, просто на вечеринку, с танцами и без церемоний. Он бы сам к вам обязательно явился, но просто побоялся обеспокоить. Я чрезвычайно благодарен господину Акилину, но мне все же непременно нужно ехать домой. Так вы ведь что думаете, когда бал-то? Ведь завтра бал. Гаврила Степанович завтра именинник. Ну, один день. Куда ни шло. А уж как Гаврила Степанович обрадуется, тут всего-то 10 верст. Если пожелаете, мы вас подвезем. Я право не знаю. А вы едете? Всем семейством, и Надежда Алексеевна едет, и Петр Алексеевич все едут. Вы можете теперь же, если хотите, пригласить меня на пятую кадриль. Первые 4 уже разобраны. Вы очень любезны. На мазурку вы уже приглашены? Я? Дайте вспомнить. Кажется, нет. В таком случае, если вы будете так добры, я желал бы иметь честь. Стало быть, вы едете. Ну что ж, извольте. Браво, Владимир Сергеевич, одолжили. Ну, а Гаврила Степанович просто в восторг придет. Не правда ли, Иван Ильич? Или Евтерпы, или как ее, которая там из муз покровительствует танцам. Талия? Да, Аполлона бы их родители сюда, чтобы послушал, как оно звучит в российском варианте. Надежда Алексеевна, вчерашнее ваше обещание по-прежнему в силе? Какое обещание? Вы ведь со мной танцуете мазурку? Да, конечно, с вами. Вы, мадемуазель, вероятно, забыли. Вы уже прежде давали мне слово на сегодняшнюю мазурку. Ах, боже мой, как же быть? Извините меня, пожалуйста, мсье Стельчинская, я такая забывчивая, право, мне очень жаль. Будьте так добры, мсье Стельчинская, мы ведь с вами старые знакомые, а мсье Астахов чужой. Разрешите мне танцевать с ним. Не ставьте меня в затруднительное положение. Как вам будет угодно. Благодарю вас. Только, господа! Однако нам пора начинать. Благодарю вас, сердечно благодарю. Помилуйте, за что? За чувствительное доставление приятного сюрприза. Ну что вы, Гаврил Степанович, как что же, вы? Как же? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это кто? А, пожалуйста. Вот этот
лицом к нам Подопекин, предводитель дворянства. А в тот спиной виноват Лексанов, действительный статский в отставке. Видите, какой перстень с алмазами. Иные толкуют, что, впрочем, не стану утверждать. А это Капелин Федор Несторович. 3000 душ имени. Извините. 3000 душ. Да, неплохо. Неплохо. Разрешите пригласить вас в соседнюю комнату на пару слов? Минутное дело. Так, опять провинциальное откровение. Я хорошо говорю на четырех языках, но мы все-таки в России, давайте по-русски. В присутствии дамы я не мог сказать ничего другого, как то, что я сказал. Но вы, я надеюсь, не думаете, что я действительно намерен уступить вам мое право на мазурку. Как так? Да так же. Не намерен, да и только. Позволю вам заметить, милостивый государь, вы через это можете вовлечь мадемуазель Вертье в неприятности. Я полагаю, мне что вам... самому было бы это крайне неприятно. Но никто не может помешать вам отказаться. Объявить себя больным или уехать. Я этого не сделаю. За кого вы меня принимаете? В таком случае я буду вынужден требовать от вас удовлетворения. В каком это смысле удовлетворения? И известно, в каком смысле. Вы меня вызовете на дуэль? Точно так. Если вы не откажетесь от мазурки. Господи, какая глупость. Вы не шутите? Я вообще не имею привычки шутить. В особенности с людьми мне незнакомыми. Вы не отказываетесь от мазурки? Не отказываюсь. Прекрасно. Мы завтра стреляемся. Очень хорошо. Завтра поутру мой секундант будет у вас. Что же теперь будет? Дуэль? Хороша провинция. Мсье Остаков, en présence d'une dame. Я хорошо говорю на четырех языках, но мы все-таки в России, давайте по-русски. В присутствии дамы я не мог сказать ничего другого, как то, что я сказал. Но вы, я надеюсь, не думаете, что я действительно намерен уступить вам мое право на мазурку. Как так? Да так же, не намерен, да и только. Позволю вам заметить, милостивый государь, вы через это можете вовлечь мадемуазель Вертье в неприятность. Я полагаю, что мне вам... Мне самому было бы это крайне неприятно. Но никто не может помешать вам отказаться, объявить себя больным или уехать. Я этого не сделаю. За кого вы меня принимаете? В таком случае я буду вынужден требовать от вас удовлетворения. В каком это смысле удовлетворения? Известно, в каком смысле. Вы меня вызовете на дуэль? Точно так. Если вы не откажетесь от мазурки. Вы не шутите? Я вообще не имею привычки шутить, в особенности с людьми мне незнакомыми. Вы не отказываетесь от мазурки? Не отказываюсь. Прекрасно. Мы завтра стреляемся. Очень хорошо. Завтра поутру мой секундант будет у вас. Так. Что же теперь будет? Дуэль. Хороша провинция. Гаврил Степанович. Что такое? Что? Чепуха. Буденный, а не семерку. Парамон Игнатьевич, мазурка за вами. Я помню, она не помню.
Надо будет секунданта сыскать. А где его найти? Никого не знаю. Черт знает, что за нелепость такая. Хачевереть его бери. Нет. Нельзя, он родственник Надежды. Может, он хоть кого-то посоветует. Все-таки бывший гвардеец. Черт бы их всех тут побрал. И уехать нельзя. Теперь жди мазурки. А этот лысый церемонимейстер, до каких ее не начнет. Ну, влип. И Веретьев куда-то делся. Где же он? Саблю мне. Прошу внимания, господа. Петру Алексеевичу! Ура! Здоровья! Ура! Что случилось? Где он? Сейчас. Вы меня звали? Маша, вы на меня сердитесь? Да. За что? А впрочем, вы точно имеете право на меня сердиться. Вы должны считать меня за человека не только легкомысленного, но даже... Вы меня не понимаете. Я совсем не за себя сержусь на вас. А за кого же? За вас самих. А, понимаю. Вас опять начинает тревожить мысль, отчего я ничего из себя не сделаю. Вы удивительное существо, Маша, ей-богу. В вас эгоизма совсем нет права. Другой такой девушки на свете нет. Одно горе. Я решительно не стою вашей привязанности. Это я говорю не шутя. Тем хуже для вас. Чувствуете и ничего не делаете. Дайте мне вашу красивую и честную руку. Я хочу облобызать ее почтительно и нежно. Так ветреный ученик облобызает руку своего снисходительного наставника. Вы все смеетесь, да шутите. Вот так и прошутите всю вашу жизнь. Прошутить жизнь? А если вы хуже моего распорядитесь и просерьезничаете всю вашу жизнь? Прощайте. Чего вы хотите? Приказывайте. Хотите, чтобы я поступил на службу? Сделался агрономом? Занялся живописью, ваянием, плясанием на канате. Может, и правда? Не стоит мне печалиться за все отечество. Не нужно вселенского размаха. Лишь бы вы были мной довольны. Вы все это только на словах, не на деле. Сколько раз я вас просила? О чем? Не пить вина. Ах, Маша, Маша. И вы об этом. Сестра моя меня этим изводит, теперь и вы. Да, во-первых, я вовсе не пьяница. А во-вторых, знаете, от чего я пью? От чего?
Но об этом потом. А знаете, для чего я пью? Вон, видите, птица промчалась. Это летучая мышь. Ну, все равно. Как она легко распоряжается своим тельцем. Она вся взметнулась. Кинулась к низу. Даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот и я, Маша, пью, чтобы испытать те же ощущения. Бросай себя куда хочешь. Несись, куда вздумается. Разве без вина этого нельзя? Нет, Маша. Все мы измяты. Все мы. Вот страсть производит такое же действие. Оттого и вас люблю. Как вино. Покорно благодарю. Нет, Маша. Я вас люблю не как вино. Вы еще в этом убедитесь. Да вы уже, кажется, немножко выпили. А, так это там. Внизу на первом этаже заставили дегустировать пунш у племянника Гаврила Степановича. Там такая развеселая компания. Пойдемте танцевать. Ильич, на пару слов. Да-да. Со мной здесь очень странное происшествие приключилось. Вообразите, мне какой-то незнакомый молодой человек на дуэль вызвал. Отказаться нет никакой возможности. Мне необходимо, нужен секундант. Не могли бы вы? Я? Я бы вам был очень обязан. Я здесь никого не знаю. Одни вы. Не могу, совершенно не могу. Нет. А чего же? Вы боитесь неприятностей. Но я надеюсь, все это останется в тайне. Ах ты, Господи, Боже мой, Господи, Боже мой. Извините, никак не могу. По крайней мере, сделайте одолжение. Никому не говорите то, что я вам сказал. Я вас очень об этом прошу. Это я могу, а то не могу. Воля ваша просто решительно не в состоянии. Да, да, хорошо. Только запомните, я надеюсь на вашу скромность. Да-да. Мазурка, господа! Астахов, мне кажется, скучаете. Я? Нисколько. Почему вы так решили? Судя по выражению вашего лица, по-моему, с тех пор, как приехали, еще ни разу не улыбнулись. А вам, господам, положительным лицам не идет течиться и хмуриться а-ля Байрон. Представьте это. Сочините. Я замечаю, Надежда Алексеевна, что вы называете меня положительным человеком как бы в насмешку. Так вот, что я вам доложу. Положительному человеку часто бывает очень нелегко на сердце. Но он не считает нужным выказывать перед другими, что у него там внутри происходит. Он предпочитает молчать. Что вы этим хотите сказать? Право, ничего, как-нибудь после узнаете. La vie ou la mort. Жизнь, я еще не хочу умирать.
скажите, пожалуйста, а кто этот господин Стельчинский? А, он служит у губернатора. Очень любезный молодой человек. Немного факт, но это у них в крови. Я надеюсь, у вас с ним не было никаких объяснений по поводу мазурки? Никаких. Помилуйте. Я такая рассеянная, право, мне очень жаль. Я должен радоваться вашей рассеянности. Она доставила мне удовольствие танцевать сегодня с вами. В самом деле, вам нравится танцевать со мной? Мне кажется, что и характер ваш столь же прелестен, как и внешность. Честно? Вы мне желаете скружить голову комплиментами? Напротив, мне интересны ваши симпатии, мне интересны ваши мысли. Мне интересна вы вся целиком. Я имею в виду ваш характер. Ведь хочется узнать как можно больше о человеке, который тебе нравится. В самом деле, я вам нравлюсь? Я уж проговорился, могу лишь только подтвердить. Когда вы едете? Куда? Домой, конечно. В Сасово? Нет, в ваше главное имение, за 100 верст отсюда. Хотелось бы поскорее. Думаю, что завтра, если судьба не помешает. А почему вы, собственно, спросили об этом? Так. Однако есть же причина. Меня удивляет любопытство человека, который едет завтра, а сегодня желает узнать мой характер. Может, мне вовсе не суждено завтра уехать? Да, конечно, судьба так своевластна. О, вот, кстати, прочтите. Ты меня неглиж, мэпэ. Кто мной пренебрегает, тот меня теряет. Ермолай напился. Как напился? В Лёшку баре. Но мне ехать надо. Невозможно поднять, Владимир Сергеевич. А ты куда смотрел? Руки! Если завтра с утра Ермолай не будет в исправности, представить себе не можете, что я с вами сделаю. Прикажете выпороть? Ступай! Распорядите, чтобы мне отвели комнату, я остаюсь на ночь. Слушаюсь, ужинать будете-с? Нет. Ни на кого положиться нельзя. Пьяницы, лентяи, говоруны прекраснодушные, вздорные дуэлянты. Ни себя, никого не жаль. Картежники, бездельники, барышни романтические, паяцы с мужичьими песнями. Все, кроме обязанностей, ни долга, ни порядка. Ох, Россия. Владимир Сергеевич, миленький, ужин рекомендую. Жаворонки в мадере, сбрусника, собственное лицо. Прошу меня простить, головная боль, знаете. Понимаю, не извольте беспокоиться, сию минуту будет готово. Рецепт из Венгрии привезем. Пардоне, муа! Не случалось бывать в Венгрии? Нет. Чудесная страна. Женщины. Скрипка. Кухня. Замечательная. Князь Паскевич имел честь под его знаменами. Обходительнейший человек. Ценитель тонкой по части, знаете. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. А с кем он дерется? А вот этого я сказать не могу. Нет, нет. Не знаю. Погоди, погоди. По крайней мере, с кем он разговаривал? С разными лицами? С Егором Капитоновичем? Да уж не с ним ли он дерется? Злодей.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Сходитесь, господа! Что за чушь? Боюсь я, что ли? Господа, я предлагаю выпить за мое здоровье. Прошу вас, господа. Пульс завтра точно так же разлетится в дребезги голова моего врага. И ваше здоровье, господа! Послушай, Стульчинский. Во-первых, сойди со стола, это неприлично. Да у тебя же и сапоги прескверные. А во-вторых, пойди-ка сюда, я тебе кое-что скажу. Так вот, брат, ты, я знаю, завтра дерешься с этим джентльменом из Петербурга. Как? Кто тебе сказал? Я тебе говорю. Я знаю, за кого ты дерешься. А именно? Любопытно было бы узнать. Ах, ты Толеран этакой. Да разумеется, за мою сестру. Не могу себе представить, как это у вас там произошло, но только это верно. Ты ведь, я знаю, давно за ней ухаживаешь. Это не доказывает... Да перестань, 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 брат. Послушай-ка, что я теперь тебе скажу. Я этого поединка ни под каким видом не допущу, понимаешь? Вся эта глупость обрушится на сестру. Извини, но пока я жив, этому не бывать. Мы с тобой пропадем. Туда и дорога. А ей еще надо долго жить. И жить счастливо. За нее лучшего друга не пожалею. Всех выдам. Но у нее никому волоска тронуть не позволю. Ты пьян, любезный, и бредишь. Вот и все. А ты, небось, нет? И была тебе охота с ним связываться? Приревновал, что ли? Да она ведь и танцевала-то с ним. Только из-за того, чтобы он не вздумал пригласить. Но не об этом речь. Дуэли это и не будет. Желал бы посмотреть, как ты мне помешаешь. А ты сам откажешься от всяких претензий к этому господину? Ни за что. Может, какие распоряжения сделать? Завещание написать. Нет, спать. Спать, 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 спать. Кто здесь? К вам, извините, в таком виде. Мы там немножко выпили. Что это значит? Я хочу вас успокоить. Я сказал себе, там лежит джентльмен,
которому, вероятно, не спится, поможем ему. Внемлите. Завтра вы не деретесь и можете спать. Что вы сказали? Да, все улажено. Этот господин с берегов Вислы, месье Стельчинский, извиняется перед вами. Завтра пришлет вам письмо. Повторяю. Все кончено. Храпите. Но позвольте, почему, собственно, я вам должен верить? Вы думаете, что я... Говорят вам, завтра он пришлет вам письмо. Вы не возбуждаете во мне особой симпатии. Но благодушие — моя слабая сторона. А почему? Да как? А просто так. Пригрозил ему, что оскорблю при всех самым фантастическим образом. А потом стреляться, хоть через платок, ему со мной. Можно я выпью? Кому охота подставлять свой лоб? Ой. А потом, почему не покуражиться над приезжим, например? А признайтесь, вы таки струхнули. Ну, знаете ли, милостивый государь. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Не горячитесь. Я пьян, конечно. Пью. На то есть свои причины. В России без причины не пьют. In vino veritas. А впрочем, ни вы, ни я не знаем по-латыни. Однако я вижу по вашей фигуре, вы хотите спать. Покойной вам ночи, господин положительный человек, наш благонамеренный смерть. Примите это пожелание от другого смертного, который сам гроша медного не стоит. Адью, мио каро. Болит? Ну, извини, брат, погорячился. Сам виноват. Будешь проворнее. Да я за вас, Владимир Сергеевич, можно сказать, живота и жизнь. А вы зуботычный, да еще при людях. Ну, извини, извини. Варварство все это, конечно. Зуботычный. Дикость. Ну, уж больно рассердил ты меня. Где уж было тут на людей смотреть? В цивилизованных странах, в Европе, например, пожалуй, не бьют. А уж шкуру с тебя содрали бы, брат, чтоб поворачивался, мух не ловил, на службе находишься. А что нам Европа? Нам Европа и не указ. Мы, слава богу, в родном отечестве находимся. А, ну тогда зуботычина при душевном отношении. Ну а ты? Болит голова? Болит, болит, болит. Чего это ты? Праздника не было. Грех. Грех, батюшка. Грех. Кто-то еще за нами скачет. А придержи коней. Господа Веретьевы едут. Гордые. Пошел. Постройки не рушить, не жечь. Зачем же?
Кабы вы всегда знали, зачем. Семью вместо Савелия пришлю. Про машины, как обещал. Оброк и недоимки взыскивать будешь 2 раза в год. Перед Рождеством и после сенокоса, но до жатвы. На барщину не напирай. Гляди, чтобы землю не портили, разумно хозяйствуй. Оброк добавляй понемногу. За долги отбирай землю. Пусть в работники идут. Сам не наказывай. Доложи управляющему, пусть с него взыскивают. Так, что еще? Послабить бы малосемейным, барин. Как знаешь, только учти, сумму, которую должен собрать, сдашь всю без изменений. А кому прибавить, кому убавить, тебе решать. Жестковато, барин. От господина Стельчинского. Чего тебе? Жестковато, говорю, барин. Что? Недоволен? Доволен, ваша милость. Премного благодарен. Стой. Гляди, не балуй. В деревне за тобой глаза и уши есть. Обижаете, барин. Ступай. Доброго вам здоровья, Владимир Сергеевич. Не жалуюсь. Об отъезде как прикажете распорядиться? Сейчас составлю ответ, пообедаем и поедем. Так, написано ловко. Излишне погорячился. А если вас проучить за эту вашу излишнюю горячность, состою в полном распоряжении господина Астахова, но сам удовлетворения уж больше не желаю. Вот и ладно. Сейчас мы вам тоже по-французски отпишем с наилучшими пожеланиями. Мон шер ами. Барин едет. Счастливой дороги, Владимир Сергеевич! Барин, Владимир Сергеевич, а куда это вы, Савелий, в Сибирь? В Астахово. К нам! До нас и тюрьмы-то хорошей нет. Зачем тюрьма? Дом ему дам, пусть живет. Помилуйте, значит. Но наши мужики... Они пришлых не любят. Нелегко ему будет. Ох, нелегко. Хватит он, горишка. Ох, хватит. Хватит. Да отобьется. Сделаю старостой. Отобьется. Как? В Астахове? А? Оно, конечно. Владимир Сергеевич отбыл в тот год в свое главное имение Астахова. И побывать в Ипатово долгое время никакой возможности ему не выпадало. А в лето 1850. Астахов. Здравствуйте, господин Астахов. Неужто я так изменился? Веретев Петр Алексеевич? Значит, узнали. Сколько лет прошло? Да, лет. Вот что, пока не здесь, зайдем в клуб. Пожалуй. Знаешь, где клуб? Здесь, на набережной. Конечно. Подъедешь туда. А, хорошо, Владимир Сергеевич.
так, буклет в угол еще не попадаете. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, Петр Алексеевич. Ступай. Слушаюсь. Женатый. Женился. Второй год. Жена с достатком? Да. Имение увеличилось, приходится мотаться. Сейчас куда? В Сасово еду. Надо все подготовить. Жена, родственники, целый обоз должен прибыть. А я вот на 2 дня раньше выехал. Проверить надо, как что там сделано. Все-таки отцовское имение. В грязь лицом нельзя ударить. Живете, значит, неплохо. Я же положительный человек, как говорила ваша сестрица. Кстати, как она? Вышла замуж за Стрельчинского. Помните его? Который стреляться с вами хотел. Теперь он называет себя графом Дестричинским, ездит по Италии, найденных денег им пока хватает. А, выпьем. Мне чуть-чуть. Солнце на закате, время на утрате. А знаете ли, часто вспоминал наше тогдашнее знакомство с вами. Где мы с вечера резвились? С вашей сестрой. В хороводе веселились. Пение под гитару. В приятной тишине. Дождь. Под березками одни. Молодость. Молодость. А помните, как вы чуть не подрались с моим теперешним Шуриным? Помню. Хотя прошло столько времени, что мне порой представляется все это как сон какой-то. Как сон? Нет, это был не сон, по крайней мере, для меня. Это было время молодости, веселости, счастья, время бесконечных надежд. Жизнь-то прожита. Прошла. И даром нелепо. Пошла прожита. Вот что горько. Вот это бы стряхнуть, как сон. Вот от этого бы очнуться. А что, Мария Павловна? Что? Григорий, водки? Я намереваюсь заехать еще в Ипатовку. Очень рад был вас увидеть. Да. Я, пожалуй, поеду. Да. А то оставайтесь. Поговорим. Вспомним. А впрочем,
впрочем, прощайте. Ну как, все ли ваши здоровы? Все, слава богу, покорнейше благодарю. Одна Марья Павловна не совсем, все больше в своей комнате находится. Простудился? Нет, так, к чаю явится. А Егор Капитонович, что он поделывает? Егор Капитонович убитый человек, у него жена умерла. Ах ты, боже мой, как это неприятно. А, в сутки умерла от холеры. Вы бы его не узнали теперь. Просто на себя стало не похож. Из Матрёны Марковны, говорит, жизнь мне стала в тягость. Умру, говорит, и слава богу, говорит. Да, пропал бедняк. А соседка ваша, я слышал, замуж вышла? Надежда Алексеевна? Да, вышла. В тот же год, как вы уехали, вышла. Говорят, где-то путешествует. А Марья Павловна, я думаю, скучает по ней. Кажется, они очень с ней были дружны. Ну, конечно, скучает. Иначе нельзя. Впрочем, девичья дружба, значит, хуже мужской. Как на глазах хорошо, а там поминай, как звали. Вы думаете? Да и богу так. Вот хотя бы Надежда Алексеевна. Как только уехала, ни одного письма, как исчезла. Вроде как ее братец. А он что, братец? Да тоже неизвестно даже, куда уехал. То ли, говорят, с цыганами ушел, то ли. Воевать куда-то собрался. Впрочем, они люди столичные. Что им в деревне долго жить? Иван Ильич, ты бы сходил за Машей, что она так долго идет? Ну, а вы-то, Владимир Сергеевич, откуда сейчас? Я из Сасова, Михаил Николаевич. Хотел вот с вами посоветоваться. Вы человек опытный, местные нравы знаете. А что приключилось-то? Да ничего не приключилось. Но мужики мне не понравились как-то. Ну, мужики, они мужики. Озлобленные какие-то. Хотя держат себя, боятся. Но нет. Понимаю, понимаю, уважения нет, любви. Испортился народ. Избаловался. Вон раньше, в старое доброе время, почитал, чтил барскую милость. Да. Не тот мужик. Не тот. Да и вы, батюшка Владимир Сергеевич, тоже испортили тоже. Есть, есть у вас либерал. А наш мужик, он по старинке привык. Ласку любит барскую, милость и строгость. С ним по-хорошему, по-доброму он все поймет. Простит и сделает. И весь-то он ваш. Вот и девочки мои, узнаете? Боже мой, как выросли.
Погодите, погодите. Это Катя, а ты Настя. Ну и память у вас, Владимир Сергеевич. Сколько лет прошло? Это она, Катя. Да? А вы говорите память. Милости прошу. Мерси. Марья Павловна сейчас придет. Ну, что там у нее? Голова болит. Да. Болит. Прошу вас. Благодарю вас. Ну, давайте пить чай. О чем я хотел вам сказать-то? Мы о чем с вами заговорили, Владимир Сергеевич? О мужиках. Да, о мужиках. Вот моя матушка с ними строга. Так они ко мне на нее жаловаться ходят. Я им посочувствую, помощь пообещаю. Вот они и успокаиваются. До поры. А у нас все до поры. Говорили топоры. Господь с вами, шутите так. А вы что ж, Владимир Сергеевич, вы женаты? Да. Много ездите, работаете? Приходится ездить, работать. И вы счастливы? Счастлив ли? А что такое счастье? Счастье, ну, я по мере сил, как дворянин, перед государем, отечеством, как всякий чувствующий себя гражданином, да, стараюсь исполнять свой долг, и в этом смысле, да, пожалуй, счастлив. Ну что ж, тогда вы действительно счастливый человек. Да, наш долг обязывает нас. Вам с сахаром? Да, пожалуй. Да, с сахаром. А что ваша матушка? Я и забыл спросить. Слава Богу. Еще и сегодня в колясочке каталась. Она, довожу вам, как надломленное дерево. Скрип да скрип. И глядишь, иное молодое крепкое повалится. А оно все стоит и стоит. А помните, как здесь тогда хорошо песни пели? Да. Мало ли чего хорошего было. Но вы бы могли... У вас такой прекрасный голос. А хорошо у вас.
сад, пруд. И цветы так красиво посажены. А вы видели, какие у нас расцвели гладиолусы? Нет, не видел, но надеюсь увидеть. Пойдемте в сад. Какие замечательные цветы. Я, пожалуй, таких никогда и не видел. Это мы с Марией Павловной сажали. Особый сорт. Мария. Мария? Угу. А вы, говорят, были в Париже, Владимир Сергеевич? Бывал. А в Германии? И в Германии. Я там учился. В Берлине и Гейдельберге. А каков он, Париж? Париж. Париж как Париж. Как вы сказали? Мария. Тихо у вас. Тихо. Тихо. Хорошо. Стою вашей привязанности. Это я говорю не шутя. Прошутить жизнь. А если вы хуже моего распорядитесь и просерьезничаете всю вашу жизнь? Романтическая вы натура, однако ж, господин Астахов. Все вам, девушки, в садах мерещится. Если парень
Барин, Владимир Сергеевич. Самая окаянная слышала, как она бросилась. Что я слышал? Возможно ли? Что? Пропала, утопла. Да может быть, вы ошибаетесь. Помилуйте, Иван Ильич. Да что вы, идемте же, голубчик, скорее. Светик, тоже вы стоите. Ой. Да как же ты не помешала-то ей? Как же я могла ей помешать? Ведь когда я ее хватила, ее в комнате то уж не было. Боже, она ведь последние деньки все тосковала, не говорила ничего. Боже. В ограве ничего не сделаешь. Неводом. Тащи скорее, да что ты? Во, зацепил. Погоди, погоди. Кажись, она. Она! Она! Держи, голубь! Барин! Держу! Значит, не показалось мне белое в саду. Но утопиться в наш просвещенный век зачем? Отчего? Покорнейше прошу меня извинить, дорогой Михаил Николаевич, что оставляю вас в такую минуту. Но вы знаете, что только необходимость заставляет меня так поступить. Мне надобно встретить в городе жену и ее родственников и сопроводить в Сасово. Как только я их там обустрою, мы немедленно вместе с женой приедем к вам, чтобы разделить ваше горе. Вот и Иван Ильич в городе. Скакал чуть свет. Сперва-то повеситься хотел. Как из петли вынули, он и скакал. Как повеситься? Натурально. Он ведь много лет был в Машу влюблен. Только без всякой надежды. Да? А я не знал. Извините. Езжайте, Владимир Сергеевич. Спасибо вам за все.
Париже меня водили на крыше Нотр-Дам. Это, конечно, великолепно. Наши храмы. C'est un style russe. Вальдемар, какой это век? 19-й. Браво. Господа, поедемте, пожалуй. Еще далеко? Да. Хорошо бы успеть засветло. Ваня! Ну разве можно так прямо вить под копыта? Не углядел. Я вам должен сообщить. Да, мне все известно. Вот, Ваня с горя напился. Никогда не пил, насколько я знаю. Помогите мне отвезти его на тротуар. Ваня. Я знаю, вы там были. Вам... А впрочем, прощайте, вас ждут. Разговаривать с индивидуумом, у которого на голове фуражка? Где вы могли познакомиться с этим субъектом? Этот пьяница, которого вы вздумали подымать? Мы познакомились в деревне. Нет, ну в фуражке. Ce n'est pas comme il faut. Пустое! Этот господин достойнейший человек и сделал бы для каждого из нас честь. Макартус! Пусть его, не в этом дело. Государь мой. Жизнь пустая и проходит. Не так ли? Вы не здоровый, Монше? Черт его знает! Всегда считался здоровым. Дело в том. Не усадьба ли горит? Отсюда не видать. Гони! Вальдемар, что случилось? Замечательно.